Уже подходит, говорит, я сейчас что-то принесу. Сейчас откроем. О, так быстро я не ожидала человека. Я тебя жду сказку. Привет. Эти цветочки я выбрала тебе. Ничего себе. С днем рождения. Желаю, чтобы ты была такой же, что ого, с них вижу, какой аромат. самой прекрасной, самой классной подругой, как есть это на самом деле, чтобы мы с тобой не расставались до, не знаю, до конца наших дней, чтобы тебе в любви повезло, чтобы ты была всегда здоровая, счастливая, просто прелестная, как оно есть на самом деле. Спасибо и большое. И много улыбок я хочу видеть на твоем лице. Спасибо этот прекрасный большое. Букет я дарю тебе. Спасибо большое. Ребята, посмотрите, какой букетище. Я не знала, что это. Вау. Я не знала, что такие в Германии есть. Ого, какой тяжелый, капец. Вау, с таким этим бантиком или что это? Да, упаковка их интересная, вообще, конечно. Ой, подержи его, я сейчас так хочу. Встань тут, я покажу. Упаковка смотрите, их какой. Интересная. Они предлагают либо картон, либо просто вот. Она говорит, вот это самое лучше всего будет. Потому класс. Что картон у них, с, не знаю. Ну, что. Сейчас мы снимем фольгу, вообще будет нереально. Спасибо большое, Настя. Не за что. Спасибо. Сейчас покажем. Вот, ребятки, смотрите, какие нереально красивые цветы. Как они пахнут, какие они красивые. Вообще класс. Я очень рада и благодарна за такую красоту. Видите, ребятки, еще сколько у меня сладостей. Это капец. У меня сладости противопоказаны. Особенно с моим зубом. Но Настя решила, что мне надо добить зуб. И еще больше поправиться, да? 100 грамм киндера. И Рафаэль плюс 30 грамм. Короче, ребята, сегодня у меня вообще такой день. Я проснулась, у меня температура, я на курсы даже не пошла, представляете? Такое состояние, я не знаю, то ли от зуба, то ли у меня горло побаливает. Вообще непонятное состояние. В общем, да. Настя меня порадовала, такие красивые листочки подарила. И хризантемки там тоже кое-что подарил. В общем, сейчас мы делаем, ну как мы, Настя делает суши. Такая рыбка по акции была. Да, по акции минус 30%. Да, авокадо, огурчик, креветки. Мы решили сегодня вдвоем покушать суши. А в субботу уже придут к нам гости. Это пробный вариант. Сейчас будем пробовать. Не заморачиваемся. Да. Мы еще включимся. Все, включимся, когда уже суши будут, я думаю. Да, мы еще включимся. А, еще будет торт. Настя и свечки купила, так что вы посмотрите на это все. Да. А пока вы можете написать в комментариях поздравления. Я там выставляла запись, многие поздравили. Спасибо большое. Очень-очень приятно все это было читать. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Diana. Happy birthday to you. Загадывай самое свое за это желание. И задавайте прекрасные свечи. Ой, сейчас. Давай, ой. Давай. Подожди. Раз, два, три, я скажу тебе, давай. Давай. Раз, два. Так я еще не загадала. Хорошо, подожди. Ты подумай, а я скажу. Раз, два, три. Ура! С днем рождения! Поздравляю спасибо тебя большое. Сам. Классно. Лучшего настроения желаю тебе. Такой вот чизкейк. Не видно? Так, сейчас свет включу. О, 23, ребята. Ребята, старею. Да. Да, загадала я три желания, одно из которых обязательно сбудется. Я уверен, что задала. Я надеюсь, что и все три сбудутся. Да. Так что еще раз поздравляю Манечку с днем рождения. Ребятки, поздравьте, пожалуйста, я прошу от своего имени, чтобы вы написали прелестный комментарий, поздравили Аню. Это самое лучшее, что может быть для нас. Да, спасибо большое. А мы будем спасибо. Пробовать чизкейк. Ребята, вот, не обращайте внимания на наш поднос. Настя вот это запеченные, да? Были кончики с того, что я резала. Это попки называются. Попки, да.
Ну, в доставках обычно, кстати, эти пупки, ну, никогда не привозят. Но есть такие доставки у нас. Да, их обычно должны выбрасывать. Что бывает, что и привозят такое. Сыр нужен. Ё-моё. Ё-моё. Ой. Вот, ребятки, получились вот такие вот роллы. Скоро будем нарезать и покажем вам, что же у нас получилось. Но мы уже попробовали, конечно же, очень-очень вкусные. Вот, кстати, что хочу сказать. Вот этот вот сыр, кто в Германии, покупайте его. Те, кто любят сливочные сыры, он просто, ну, нереально вкусный. Вот он. Вот он лучше Филадельфии намного. 185 грамм. Настя, сколько он стоит? Вот такой вот. Евро 70. Остатки нори. Здесь мы разводили соевый соус. Кока-кола. А, поставила в морозилку колу и разлила ее там. Капец. Горло болит, а колу ставлю в морозилку. Да. Вот, ребятки, Настя уже нарезала. Такие вот классные суши получились. С креветочкой, с авокадо. Огурчик, рыбка, да. Сырок. Ну, без пленки делали. Классно. Ну, для домашних, ну, я считаю. Они, рис хороший из-за того, что он специальный для суши, да? Да, да. Это уже проверено. Спасибо большое Насте, что она приготовила. Да. Настя вообще всегда хорошо суши получаются. Очень хорошо. Да, так что, ребята, нужен рецепт, пишите. Обычное домашнее суши. А у нас было видео на канале, ну, про суши. Ну, конкретно, может, кому-то интересно. Пишите комментарии, задавайте. А мы будем отмечать Анино день рождения. Да, ребятки, мы еще, я повторюсь, выставим видео в субботу вечером, а может даже выйдем в прямой эфир, да? Да. Придут гости, будем снимать все, блог будем снимать обязательно. Такой вот у меня денек. Я же говорю, немножко побаливает горло. Зуб уже, кстати, не болит. Утром немного болел. Так что так. Настя уже топчет. Роллы, да, суши. Да. Я же не могу дождаться момента, когда мы с вами просто поедем. Ребят, еще раз хочу сказать всем большое спасибо за поздравления. Я все сейчас прочитала. Всем отвечу обязательно в комментариях. Мне очень приятно, что вы пишете мне такие классные поздравления. Настя, что задумалась? Да? Тю, ты чего? Бывает, что-то пошло не так. Что я еще хотела сказать? Это химия, конечно. А что я хотела сказать? Все, что ребята писали и ждали наш прямой эфир и смотрели наш. А, я вот что хотела сказать. Спасибо большое Насте за то, что она приготовила такие суши. Все это купила, между прочим. Ну, да, туда что успела. За цветы. За торт. Нет. Ну, это чизкейк. За... Вот мне пишет девочка. Поздравляет. За этот... Боже мой, за свечки. Да ладно, Аня, господи. За все спасибо. День рождения никогда не нужно отменять. Это вообще, я считаю, праздника, как бы там ни было. А, ребята, что же я вам хотела рассказать? Вспомнила. В общем, что я вам хотела рассказать. Я вчера вечером заказала маме в Украину доставку цветов, 15 красивых таких роз с открыткой. Ну, сама написала текст, а они его напечатали в открытке. И, в общем, она мне сегодня звонила по видеосвязи, плакала. Она очень тронута вообще. И мне так стало приятно на душе, что я смогла порадовать маму. Потому что не только мой праздник, но и ее. Спасибо ей, да, за жизнь. Мы понимаем. За все. Родители своих, потому что они здесь, мы тут. И немножко, конечно... Расстояние, родители, да. И, да. Грустно. Душа. Но ничего, ничего. Просит слез, поэтому наступит время. Все поменяется, да, обязательно. Все в свое время поменяется, свое течение, свое направление пойдет. И я думаю, мы тоже в то русло пойдем правильно. Все будет хорошо. Да. Так что, ребята, пожалуйста. Еще хотела сказать, еще что я сделала. И суши ей заказала. Она же без суши, да, вообще, она их так обожает. Ну да, хорошая доставка, что мне заказать, правильно.
В общем, она довольна, это я довольна из-за того, что она довольна. И, в общем... Ну, я считаю, да, ты правильно поступила. Я считаю, каждый ребенок, который мать родила, он должен не только отмечать свой день рождения, но в первую очередь себе, он думать там с самого утра позвонить маме, сказать, типа, мам, я очень рад, что ты дала мне такую прекрасную, прелестную жизнь. Прелестно, прелестно. Вот меня это слово, оно просто убивает. Откуда это прелестно? Кот Леопольд? Нет, просто... Да все правильно ты говоришь, да. Поэтому я считаю, ты очень молодец и классно это все придумала и сделала. Настя, ты выключила, извините, что я вас перебиваю. Сейчас запеченным будем доставать. Сейчас достанем запеченным. Может, что-то сделаем. Ты что-то еще хотела сказать? Нет, я просто жду своих зрителей, которые будут писать комментарии, поздравлять тебя и просто ждать нашего нового видео, когда придут наши все беженцы. Ну, ребятки, оцените реально суши. Оцените от 1 до 10. Здесь немножко такой бардак, но они тоже съедобные и очень вкусные. А вот здесь вот такие красивенькие. Оцените реально, напишите в комментариях, как вам суши. Мне очень нравится. Пишите. А сейчас Настя достанет запеченные, и мы вам их покажем. Вот такие вот, ребята, получились запеченные. Кстати говоря, запеченные тоже получаются нереально вкусными. Сыр, майонез, чеснок. Да, вообще вкусно. Еще добавляют всякую там икру мою и все такое, но мы так, по классике. И тем более здесь не найти эту икру мою. Ну, да. Кока-кола, суши и такой вот у нас ужин. Уже, честно говоря, очень поздно, уже 11:40. Представляете, что мы затянули с временем. Так что, ребятки, все, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Я буду очень рада прочитать еще поздравления под этим видео. Мне это очень приятно. Настя, он просит, подписывайтесь, пожалуйста. Я старалась, это для вас, не только для Ани. Ну, да ладно. Все, ребятки, встретимся уже в следующем видео.